Привет, зрители. Небольшое такое добавление. Помидорки маленькие я покупал. Марокканские. Такая коробочка 500 грамм. Я, правда, не взвешивал, 500 или нет. И они были с мега скидкой. Там стоили 30-40 рублей, то есть это получалось там 80 рублей килограмм помидоры. Для таких мелких обычно продаются намного дороже, 200 рублей там. Если маленькую коробочку 250 грамм, 80 рублей, то есть 420 рублей получается. Вот. И они такие уже сильно помятые. Сильно помятые, и надо быть осторожным, потому что можно купить и выкинуть половину. Дат на коробке не было. Даты производства и даты годности их не было. Сегодня я видел даже, это я покупал уже давно, неделя, наверное, уже прошла, а сегодня в ларьке были эти помидоры опять без дат. Ну, я уже знаю, что они сильно подпорчены, я их не стал даже покупать уже за любую цену. Так что будьте осторожны, если идут какие-то пятна на помидорах, значит, они уже хотят сгнить. Это уже, ну, ничего не стоит. На этом все. Пока, ребята, зрители. И сейчас я еще другой еды накупил, тоже засниму ролик.